На минувшей неделе жители Чедерлунги отметили 65-летие со дня придания их населенному пункту статуса города. По случаю праздника команда партии ШОР поздравила жителей с юбилеем, организовав ряд тематических мероприятий. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Торжества, посвященные храму города Чедерлунга, начались со спортивных турниров, а также открытия выставки народных мастеров в Гагаузии, где жители районов смогли продемонстрировать свое творчество. Позже с поздравлением выступил примар муниципия Чедерлунга, пожелав городу и его жителям процветания. Я вас всех поприветствовать хочу в этом нашем парке Победы. Нас сегодня много, нас это очень радует. У нас такой благоустроенный парк, в котором каждый может себе найти место для по интересам. Нашему городу сегодня 65 лет. Мы еще очень молоды, у нас очень много энергии, очень много планов на будущее. Мы стараемся в меру сил и возможностей прилагать все усилия для того, чтобы наш город развивался, двигался вперед, и чтобы мы все с вами хотели жить в этом городе. Поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю всем нам мира. В торжественных мероприятиях также принял участие и депутат от партии ШОР Вадим Фатеску, который от имени всей команды партии ШОР поздравил жителей и гостей Чедерлунги с праздником, пожелав мира всей Гагаузии. Сказать вам в очередной раз большое спасибо за ту поддержку, которую Чедерлунга оказала нам на выборах Башкана Гагаузии. И еще раз заверить вас, что после вступления в должность Гагаузия станет преображаться в лучшую сторону, и Чедерлунга, как одна из трех звездочек на флаге Гагаузии, в первую очередь начнет преображаться. Мы желаем вам всего самого хорошего, хорошего праздника. В добавлении к поздравлениям депутат парламента Молдовы от партии ШОР преподнес от имени всей команды особый подарок – городскому реабилитационному центру для детей, дающий надежду. Ранее сотрудники центра, где предоставляют временный кров и питание детям и женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, обратились к партии ШОР с просьбой оказать помощь. Вадим Фатеску также отметил, что команда партии ШОР будет продолжать делать все возможное для благополучия и процветания жителей Гагаузии. А этот подарок является лишь одним из многих мер, которые они планируют предпринять для поддержки и развития города и его общественных учреждений. Маленький скромный подарок мы дарим городу детской реабилитационной больнице. Кондиционер, который очень нужен деткам там. И сегодня на этой сцене будет от нас еще музыкальный подарок для всей Чедерлунги. С праздником вас! Отдельных поздравлений удостоились молодожены Георгий и Алина Курудимовы, которые скрепили свой союз брачными узами в День города. Местные власти пожелали им крепкой любви и счастья, а также вручили подарочный сертификат. От лица нашей молодой семьи хотел поздравить вас с этим праздником. Пожелать хотелось бы нашему городу процветания, благополучия. По случаю храма города жители и гости столицы также смогли принять участие в беспроигрышной лотерее. Они отметили, что в этом году масштаб праздника значительно отличается от предыдущих лет. Спасибо нашему примару, что такой праздник нам устроил. Хорошо, мы довольны. Спасибо. С праздником, город. Жители у нас хорошие, дружные. Вообще у нас город все дружный. У нас примар очень хороший. Мы им благодарны. Если бы не он, это бы у нас в городе не было. Я не красноречива, но мне очень понравилось. Спасибо. ШОР не устает радовать нас. Город наш очень доброжелательный. И хочу, чтобы он процветал. Нам очень нравится. Тут очень весело. И, знаете, очень приятно проводить время просто с людьми. Мне очень нравится. Здесь родилась. Конечно, я люблю этот город. Мне здесь дети, внуки, внучки. Скажите, а какие работаю люди здесь? Какие люди здесь в Чедерлунге? Хорошие, добрые. Хорошие, добрые люди. С поздравлениями к жителям города также обратился лидер партии ШОР Илон Шор, отметив, что город является важным культурным центром, где бережно сохраняются традиции гагаузского народа. Он выразил глубокую гордость и признательность за многие достижения и пообещал, что благодаря слаженной и продуктивной работе жителей и команды партии, жизнь города и Гагаузии изменится к лучшему, как это уже произошло в Аргеевском районе, в Тараклии и во всех населенных пунктах, которыми руководят правительства.
представители партии ШОР. В этот ваш прекрасный праздник я рядом с вами поднимаю бокал шампанского за ваше здоровье, за ваше счастье, за ваших родных и близких. А еще за то, чтобы мы вместе с вами подняли экономику, благосостояние жителей вашего города и всей Гагаузии в целом на достойную высоту. Своим трудом, любовью и преданностью родной земле вы заслужили прекрасный, полный чудес и приятных открытий жизни. Кульминацией вечера стал концерт звезд гагаузской и молдавской эстрады, которые исполнили знаменитые песни про Чедерлунгу, а также музыкальный подарок от партии ШОР – выступление группы «Махагон».